Друзья, всем привет! С вами завод по производству матовых машин. Так сложилось, что у нас сейчас все машины в матовом полиуретане. Это Dodge Ram с двигателем 6.2, очень крутая заряженная тачка. Это Genesis GV80, который мы клеили в декабре, он приехал на тотальный антихром. Обязательно будет видео с фотографиями. И здесь еще один GV80 в таком очень крутом зеленом цвете. И Шкода Вода, я думаю, позавидует, потому что выглядит, мать, он намного прикольнее, чем тот болотный, про который вы знаете. Так, что здесь? Здесь все просто, пленка Сантек, хорошая машина, красивые наши ребята-оклейщики, которые всегда стараются делать все максимально качественно. Делаем все с разбором, с подворотами, поэтому не стоит переживать, что сейчас на улице холодная погода и что-то может произойти с пленкой или еще что-то. Главное, предупреждайте на мойке, чтобы они не подносили мойщики очень близко напором. Не мыли машину, потому что пленку просто можно прорезать. Подвернуть ее с края где-то, ну, это из области фантастики. В общем, уголочки красивые. Ну, тут я всегда говорю одно и то же, но я просто прошу вас, чтобы вы приехали туда, где вы хотите заклеить машину, посмотрели уже на готовый результат и выбрали правильных ребят, которые сделают вам все красиво, в срок. И главное, с гарантией. В письменном виде, а не устном, как некоторые потом куда-то пропадают и так далее. Ну, ладно. В общем, будет желание заклеить ваш прекрасный автомобиль полиуретановой пленкой, мы с удовольствием это исполним в лучшем виде. Всем спасибо.